хочется продолжить тему редких экзотических растений. Помните, у нас был ролик, посвященный тюльпановому дереву и клетре. Сегодня я расскажу еще про одного редкого гостя в наших садах. Родом он с японских островов. Знакомьтесь, туевик японский или паникающий. Его природный ареал крайне узок. Он встречается буквально на четырех островах – Хоккайдо, Кюсю, Хансю и Сикоку. За пределами своей родины его можно встретить в регионах, отличающихся сырым, влажным климатом. Понравилось ему и у нас. Хотя туевик – редкий гость на участках, но это не из-за того, что он плохо зимует или не растет. Просто он мало знаком нашим садоводам. И его звездный час еще впереди. У себя на родине туевик достигает 80 метров и является одним из священных деревьев, вырубка которых была запрещена еще в 18 веке. Из древесины туевика строились дома исключительно для членов императорской семьи, а сами растения использовались для оформления садов и парков при храмах. Однако в нашем регионе он никогда не превратится в большое дерево, а примет кустовидную форму, максимальная высота которого не более 2 метров. Туевик паникающий, относящийся к семейству кипарисовой, и единственный представитель своего вида. Его ближайшие родственники – это туи. Взгляните, он действительно очень на них похож. Особенностью туевика является блестящая, похожая на искусственную хвоя. Если ветку перевернуть, снизу отчетливо просматривается бело-серый рисунок. На просторах интернета можно встретить информацию, что туевик не зима и морозостойк. Однако, мое мнение по этому вопросу диаметрально противоположно. Помните, несколько лет назад был очень резкий скачок температуры. Буквально за одну ночь температура опустилась более чем на 20 градусов. При этом снега фактически не было. Говорят, что в эту ночь по области температура доходила до минус 39. Тогда пострадали японские спиреи и барбарисы. А вот туевику все нипочем. Теперь о том, что любит туевик. Любит слабокислый и влажный грунт. Не очень хорошо относится к песчаным почвам, потому что они постоянно бедные. Сухое лето нуждается в дополнительном поливе и орошении. Можно посадить его в полутень. Рекомендую также периодически рыхлить приствольные круги. В общем-то и все. Больше никаких секретов и нюансов при выращивании этого растения фактически нет. Пробуйте. И поверьте мне, туевик японский вас не разочарует. Ну, а если интересно посмотреть о других редких экзотических растениях, которые могут поселиться у вас на участках Ленинградской области, ссылка будет внизу в описании. Ссылка на тюльпановое дерево, клетру и на кое-что еще.